Всем привет! 120-я серия турецкого сериала «Ветреный холм» выйдет 14 июня. Если вы хотите, чтобы Халиль и Зейнеп были вместе, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. У Зейнеп еще были сомнения насчет того, любит ли ее Халиль. Но когда она увидела платок, на котором вышивала инициалы Халиля, который она дарила ему несколько месяцев назад, то все стало ясно. Зейнеп поняла, что Халиль хранит ее подарок, а это значит, что она для него не безразлична. Халиль же несколько раз порывался обо всем рассказать Зейнеп, но все время кто-то или что-то ему мешало. Он поделился своими чувствами с сестрой Гюльхан, и Зейнеп случайно услышала их разговор. Также этот разговор подслушала и служанка Джанан, которая тут же обо всем доложила Сунгюль. В это же время Альпер задумал увезти Зейнеп из фермы, чтобы заставить ее оставаться с ним. То есть он хочет ее похитить, так как по собственной воле Зейнеп никуда с ним не поедет. А вы как думаете, удастся Альперу увезти Зейнеп из фермы или нет? Напишите свое мнение в комментариях. А если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.